Живописная картина опрятных брестских улиц, красивых парков и уютных кварталов – заслуга работников городских служб. Ведь именно они на постоянной основе делают так, чтобы наш любимый город с каждым разом становился только краше. Сегодня, когда в городе над Бугом наблюдается теплая погода, это идеальные условия для быстрого роста травы. На улице города выходят работники ЖКХ с триммерами в руках и наводят порядок на земле. Ежедневно на покос травы выходит 5 бригад. Объем работы колоссальный. Скажем так, город поделен на участки. За каждым предприятием закреплен свой участок. На сегодняшний день работы проходят по улице Бориса Маслова. Также косится бульвар Космонавтов. Приятно, что делаешь полезное для города, для своего. У меня лежит душа вот именно к зеленому строительству, посадке деревьев, покосу травы, вот, ну, приятно делать. Сегодня специалисты коммунальника способны быстро и качественно навести лоск на любой местности благодаря нескольким видам специализированной техники, которая находится в арсенале предприятия. Это и газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы, современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки-райдеры. Техника задействована, это и трактора с косилками, плюс это райдера, седельные косилки и ручные триммера. Райдера и трактора, они делают большие объемы, то есть, скажем, прямые площадя. Триммера, они уже, скажем так, задействованы там, где техника не проедет. Райдер и триммер должно быть взаимодействие, потому что не райдер без триммера и нам без райдеров нам тяжело, потому что площадя большие, с райдерами хорошо. Вот. Удобно, быстрее, качественнее. Ну и там, где не заедет райдер, там всегда можно триммером сделать. Силами городских служб благоустройство будет продолжаться и дальше. Это и уборка городских улиц, покос травы, высадка цветов, клумбы и прочие виды работ. А все для того, чтобы делать наш город Брест зеленее и уютнее.